В первомайский праздник 1920 года в Москве на площади Свердлова был заложен памятник Карлу Марксу. Ленин, присутствовавший на закладке памятника, подписал памятную доску. Владимир Ильич собственноручно положил первый кирпич в основание будущего памятника. В тот же день на бывшей Пречистенской набережной, ныне Кропоткинской, Ленин присутствовал при закладке памятника освобожденному труду. На этом месте прежде стоял памятник царю, говорил на митинге Владимир Ильич. А теперь мы совершаем здесь закладку памятника освобожденному труду.